Пристраиваются, расширяются и все, захватывают территорию. Спокойной жизни как не бывало, говорят жильцы дома номер 161 по улице Хабаровская. Виной тому этот пристрой. Кто-то предприимчивый решил открыть торговый объект. По дому, которому полвека, пошли трещины. По мнению людей, как раз из-за появления павильона. Причем согласия на его строительство они не давали. Спрашивать у меня никто не спрашивал. Пару раз звонили, я отказывался. Откуда они взяли подпись, я удивляюсь. Даже если балкон поставить на первом этаже, и то надо брать разрешение у второго этажа. Зимой снегу очень, снегу навалит туда, это на этот балкон. Когда-то на этом месте было только крыльцо и вход в торговую точку. Потом объект стал разрастаться и занимать все большую территорию. Жильцы опасаются, что эта экспансия в их дворе продолжится. Обращения в надзорные органы результатов не принесли. Везде писала про пристрой, что они мне мешают спокойно жить, что нарушены мои права, моя защищенность теперь. Ко мне сейчас любой залазь, у меня балкон не застеклен, ничего. Залазь ко мне в любое время. Но мне описывается только то, что если к вам залезут, можете обратиться в суд. Это мне описалась жилищная инспекция. А администрация мне пишет только, что по ГОСТу убраны все перегородки в квартире под вами. А про пристрой никто слова не пишет. Хозяина помещения на месте мы не обнаружили. Арендаторы, между тем, считают, что ничего не нарушают. А это их не проблема, потому что мы же за аренду платим, правильно? Жильцы не раз обращались со своей проблемой в управляющую компанию, но там также поддержки не нашли. Я интервью не даю. Земельными вопросами мы не занимаемся и прочим. Разрешение на перепланировки и прочее мы тоже не даем. Жители намерены продолжать борьбу, собираются обратиться к депутату своего округа и готовят иск в суд. Главная их задача – добиться демонтажа пристроя. Евгения Караксина, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.